Всем привет, уважаемые подписчики телеканала, с вами Хаммер. Заводи шарманку, Никсонот, Мэр. Ой, ББ, ой. Ну, короче, я еще не отошел. Давай это. Всем привет, Никсонот, с вами Никсонот. Ой, ну, давай Финчик. Давай Финчик. И МДП. И МДП. Хаммер, ты что, тим с этим Хиглер? Нет. А почему он гой тим? Стоп, он думает, что мы с ним тим? Хаммер, я близко к тебе. Хаммер, а ты где? Я где-то. Где-то? У меня хороший лут. Я где-то. Прикинь, это... Я... О! Ты видел это? Финчик, он сам падал потихоньку. Да. Он еще, когда летел, такой вниз стрелял тебе по лути. Че, реально? Меня тут не слили. Давай, умри. Нет! Меня слили. Как? Да он сразу ко мне построился, и там у него алмазный меч, что ли. Ой, ревнём её, брат. Да блин, короче, ладно, я все равно последний раз, пока. Так. Это же последняя запись. Ну да. Финчик, я... Почему? А, ну... Да потому что там меня уже слили. Никита у нас уходит из записи. Не, я типа... А, из записи, да, потому что... Так, короче, меня уже слили, а вы там будете полтора часа. Хаммер, что, нужен я уже каменный этот? Что нужен? Меч, каменный меч. Нет, у меня есть. Так, куда идем-то? Пошли в твою сторону. Там кто? А, ну, вот. К нему дорожка... А, я залгала. К нему дорожка не построена. Так, о, у тебя тут еды много. Можно я возьму немножко? Да, еда, круто, еда. У него лук. Я тоже могу... Ты чё, ингредиенты для лука-то не брал? Да, на. Палки надо. О, спасибо. Не, еда закончилась, да. Иду на. Или, а, ну окей. Смотри за ним, чтобы не строился. Я его сейчас солью. Не раша его только. О, у него лук. Не раша. У меня сейчас тоже лук. У меня 19 стрел лук. Там, если что, тоже для лука есть. Так. Можешь лук скрафтить? Не раш, уходи. Да блин, все из-за тебя получил 2 стрелы. Предо мной встал. Это я... Ой, извини. Я извини, ничего. Хаммер. Чё? Я тебе после съемок что-то скажу, окей. Сзади. Ой, Тима, это Хигер. Мы проиграли. Возьми удочку мне, пожалуйста. Ой, вы умерли? Нет. Ну, нас сейчас сольют, наверное. Показалось. Просто, блин, А вы сколько? Ура, у меня наушники работают, наконец. А чё, ну, чё ты сделал? А, ну там проводочек просто. Я тебе задевал, говорю, отходил. Ну, я как бы там проводочек задевал схему, и поэтому он не работал. Ну, какая-то фигня была, короче. Я ж тебе говорил, короче, чё ты типа... Ой. Не надо. А кстати, Хаммер, когда мы уже, ну это, сколько еще? Это последняя серия. Это последняя, окей. Только начали. Блин, у меня тех проблемы были. Ты
поздоровался хоть. Ну, хоть это сделал. Мы там скоро уже. Отойди, отойди. У меня одно хп. А беда за нами, ой. Он сверху строится, сними его с лука, сверху, сверху. Идёт, Раша! Ладно, мне надо идти. О, я скинил, слил! Стоп, ты выжил? Нет, он меня убил. О, подожди. Пока. Пока. Хамля, не прыгай, не прыгай. Там все, а все ты куда это? А там все, короче. Я... Ты тоже ливай. Так, давай, прыгай. Понятно. Давай, удачи. Пока. Ой. Хам, где написали, не читай. Прочитаешь? Стоп, ты его выиграл, что ли, или что? Я его убил, но меня вот этот Никита добил. Они двое были в команде. А он, смотри, еще тебя, типа, ну, что сказать? Агрош. Агро. Тим. Нет, да, нет. Тин-тин. Нет, тин-тин. Да, нет, да. Чисто мечи и утка и... Фейси. Утка. 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 Стройся ко мне, окей? Угу. И на кого пойдем? А, на этого чувака, который... Да, на нее. Ну, он нас сольет. Он меня достал, я его солью, поверь. Справим? Один на один. Нет, два на одного. Мы же с тобой Тим. Конечно, Тим. Нет. Ладно. Окей, Тим. Кстати, его напарника рядом нет. У нас есть возможность. Там вообще никого нет, по-моему. Мне и такая непрогрузка. Он еще, короче, оправдывается. Скажи что-нибудь, Хан. Раз-два. Погоди, у меня есть для тебя железный меч. У меня есть ничего. У меня ничего. И мне норм. У меня даже одна уточка всего лишь. Я в тебе строюсь. Он строится, да, ко мне, что? Нет? Нет. И к нему строится какой чувак. А, уже этот Никита погиб. О, меч. Я уже вижу мечи в себе. Вот как надо охотиться за мечами, Хаммер. О, учись. It's efficient premissions. Он хочет один на один. Не. Он нас двоих убьет, понимаешь? Все равно мы сможем. А если... два, когда они ПВП-шься будут и это... Угу. Мы к ним и, короче, замочим. Ну, короче, сразу ПВП, когда он... Угу. Когда он сразу прыгает... Да, иду на помощь! Я его убил! Красава. Говорит, меч и утка, изи, да. Ты его не ударил, да? Я теперь. Ну, блин... Да, блин, Хаммер... Да нифига себе, у него ты Лаура. Он тебя убил. Ну, я тебя подтолкнул, потому он, что. Он меня просто... А ты, это, прыгай. Но... Подожди, не надо, не прыгай. Это чувак, пусть прыгает. Нет, погоди. А ты его не ударил, Хигера, вот этого? Я ударил два. Ой, один раз. Не, вообще не ударил. Я тебя, наоборот, ударил, Хаммер. Он тебя не ударил. Было... Я тебя даже ударил, Хаммер. Получается один на два. Ты не получается. Можешь один на один. Вообще-то он... Вообще ты его замочил. Один, да. На один. Я тебя нечаянно ударил вместо его. Ну, я его даже убил, когда ты меня ударил. Хаммер, а тебе что-нибудь снеслось?
Я не знаю. Я смотрю в экран. Я смотрел в экран, а не на жизнь. Да я всегда на все смотрю. Строимся на этого чувака. На жизнь? Вау. Я тоже смотрю. Я тоже не смотрю на жизнь. Не смотрю на жизнь. Так, у меня нет чашки. У него мазный меч. Я эту мышку... Не, короче, чё, мышку? Не читай. Я тоже. Чего я тоже? Да не важно, не важно. Я попробую... Давай, стройся на него. Я плакую. Я его убил. У тебя есть алмазный меч? Да. Я его убил. Я его с помощью топора... Не, ну ты добил. Значит, ну нормально, я ему больше чести дам. Тебе железные дать? Эти, чё? Ботинки. Да. На железные. Ау. Ау. А если б я упал? Помоги, убери мусор. Это... Мусор. Очистка. Все, спасибо. Очистка. Хаммера. Очистка от хаммерской брони. Ура, у меня есть лук. Хам, тебе лук делать? Конечно. Хорошо. Ты только смотри, не умри, не умри. Ну, я же уже умер давно. Да, блин, жалко, я тогда тоже. Я тогда тоже прыгаю. Эй, не надо! Вот, видишь? К нам идут, вроде, да? Вроде, только смотри. Мы должны затащить его. Мы должны поиграть его. О, я себе лук, я себе сделаю. Я тоже сейчас себе сделаю. У меня 8 стрел только. Я слежу, чтобы он к нам не пришел. А у тебя кремния и перьев нету? У меня нет. Он строится. Он тут уже, на этом. Я тебе могу дать 16 стрел. Он идет. Ну, конечно, он меня нечестно убил. Потому что мы... Нифига себе, у него тут предметов. У него тут... Ну, он нечестный игрок. Мне умирать? Он нечестный, да. Он, смотри, он на меня бежал. Я когда в инвентаре был, он меня успел ударить вроде один раз. Или не ударил. Он меня ударил. Вот давай прыгаем. Ты... Прыгай быстрее! Ты где? А ты видишь голд ушонок? Да, голд... вижу. Вот. А видишь адрес Шерон? Он... Не, я вижу фон, ну короче, я после... А голдушонок видишь? Да, вижу. А кто рядом с ним? UFO. Да, а с другой стороны, вот... Нет, не с той стороны, вот голдушонок, с одной стороны у него какой-то, которого видишь, а с другой стороны, которого я вижу. Вот с моей стороны идет человек, и после этого человека я. Короче, я поставил экстремальную прорисовку. В сторону голдушонка стройся. Хорошо. Все на хаб там демастеры ТРСР. Угу. Да, конечно. Сейчас, да. Сейчас мы выйдем. Прямо сейчас мы напишем хаб, мы не будем смотреть на Ионы. А мне так плевать на стрим. Кстати, ты попал вчера на стрим. Я знаю. Или позавчера. Нет, позы вроде. Да, позавчера. У тебя какой меч? Каменный. У меня же 2 железных. Ого. Могу, конечно, так. Я строю сразу, да? Да, к нему стройся. Ну, короче, в него сторону. Я в него строюсь. В него. Уже кто-то умер. Нет, это не Килька. Нет. Тихо. Я беспалевна. Она покажет. Минус УФО. Он вообще без вещей был. Хаммер, у тебя какая кирка? У меня железная. У меня 2 железных. У меня 1 алмазная. Я полный с этих кольчуги.
Хамр, ты как... Хамр, живи! Ты сможешь! Я вижу, как ты дерешься. Я лучше. Не дерусь, это не я. Не, ну там... Не, я тебя вижу, твой ник, ну просто там, типа... Тебе строится, что ли, типа? Типа... На меня идут. У него лук. Я этого голдушонка с... он читит. Как читит? Левай, он реально, не шучу, он... У него, он убил этого, а я его больше ударил. Он меня через... Тут чувак через стену меня постреляет. Он меня... Я его больше ударов нанес каменным мечом, а он меня меньше каменным мечом. Я сейчас солю. Да, меня сли. Так. Раз, два, три. Прыгай! Давай эту игру, наверное, доиграем. Мы серую закончим. Серую. А ты видишь... Это Зедвардз. Не, я вижу какую-то с головой арбуза чувака. И ничего. А ты видишь, Майя? Сало Украина. Не. Значит, подожди, я сейчас ливну. А он ладно, хотя да, можешь. Давай, заходи. А нет. Подожди. Давай, хоть заходи. Вон он, я видишь? Мы через одного хаммера, Мы через одного хаммера. Если бы я сейчас ликнул, он бы сюда зашел, ну я бы там был. Вы где, ребят? Мы, да уже все сегодня за, и это последний бой. Окей. На камеру. Алмазный меч. Алмазные штаны. Алмазная броня. Вот так сказать можно. Конечно, если хотите. Блин, не достраиваюсь. Да, к Марио устроимся? Нет, к этому. Новому Марио. Ну, это уже не Марио. Ну, типа, Снайдер Гейм. Да. Давай, стройся. Я крафчу. Да, вот. Я его скинул одним ударом. Че, реально? Одним ударом. Я удочку кину. Стройся ко мне. Просто. Тебе железный меч нужен? Да, у меня просто каменный меч. Я тут типа, я крафчу, конечно. Я тебе тут возьму, если вот это вот тебе пригодится. Здрасте. Такая тишина. Так, на. Есть железный меч? Ой, есть железная кирка? Да. Дай. Зачем? Я нам алмазные мечи сделаю. У меня есть же. Ну, дай я себе сделаю. Дай. Блин, я без кирки буду, но окей. Ну, я тебе верну. А пока деревянную возьму. Вниз не копай самый, потому что там... Я знаю, там нет блока. Ай-яй-яй, больно. Больно бьют. Больно. Бьют. Ой, я чуть не упал. Меня бьют. О боже, тебя избивают. Смотри. Это что было? Это был разговор по душам. Ребята, 50 минут и у Кости это, ну, вы знаете. Закончится стрим? Нет, начнет. А он еще не начался? Да, потому что он начнется через 50 минут, через 50 минут. А я красивый мостик сделал. Там цвета череду. Да почему повсюду Тима? Объясни. Не знаю, ну, ты видел, как я... С двух сторон. Тут опять этот банан. Хаммер. Это были разговоры по душам с Андреем Малаховым. Ой, извините за пиар. Андреем Малаховым. Я двойную Тиму слил. Ура. Ты тройную Тиму слил? Двойную. Ого. На моем последнем видео набралось 5 лайков.
А на моем я сейчас посмотрю. Что? Блин, меня в алмазке добил последний. Я, короче, двойную тиму слил. Одна тима из двух человек. А вторую я не смог, потому что там, ну, один покоцанный был, я его добил, а другой меня алмазник слил. Еще будем записывать один бой? Ну нет, уже все, надо прощаться. Всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Все, с вами был Никсон Отмар, и я уеду с Лондон. Да попрощайся уже нормально. Я уеду с Лондон. Нормально, попрощайся. Ладно, за это же могут строить, да? Ладно, всем пока.